На нашем канале мы часто делаем обзоры на различные перспективные и уникальные проекты. Но сегодня мы хотим поговорить о замечательном проекте Crypto.com, который уже долгое время радует своих пользователей предоставлением качественных и безопасных услуг. Давайте рассмотрим последние новости Crypto.com и погрузимся в мир современной криптовалютной жизни. Если вы давно следите за деятельностью Crypto.com, то для вас не секрет, что они являются глобальным спонсором одежды Fight Kit, а также криптовалютным партнером UFC на ближайшие 10 лет. На основании этого скоро Crypto.com будет проводить кампанию и в европейских странах, включая Россию, и разыгрывать Fight Pass. На своей страничке Telegram размещен пост с этой новостью. У каждого есть возможность поучаствовать в викторине на тему боевых видов спорта, охоть и выиграть подписку UFC Fight Pass на 90 дней. Советуем вам воспользоваться данным предложением. Викторина продлятся вплоть до 25 сентября. Следующая новость не менее интересная. 16 сентября сеть VU залистила CRO, чтобы более 30 организаций Crypto.com, включая VUX, имели свободный доступ к самой глубокой ликвидности CRO. К чему это приведет? И есть ли более серьезный драйвер принятия криптовалюты, чем Crypto.com? Ответ на этот вопрос будет лишь в будущем. Многие геймеры сейчас будут рады, ведь Crypto.com подписал многолетнее партнерство с Fnatic. Это их первый глобальный криптовалютный партнер, который позволит производить новые цифровые продукты, включая NFT. Для фанатов это отличная новость, ведь теперь появятся эксклюзивные награды Fnatic, а также футболки с логотипом Crypto.com. Здорово, что криптовалюта заходит на арену киберспорта и поддерживает их начинания. Перейдем к следующей новости. Недавно Crypto.com пришлось приостановить торговлю UCH после того, как система управления рисками определила низкую ликвидность на чилийской бирже. Генеральный директор Крис Маршалок выразил извинения владельцам Crypto.com UCH в виде $50 CHZ в качестве компенсации за неудобства. Даже такой поступок показывает высокий уровень клиент-ориентированности компании и заслуживает уважения. Если вы только недавно стали следить за развитием Crypto.com, то именно для вас команда проекта собрала все значимые новости за последние 9 месяцев в одном посте в Telegram. Переходите в их социальные сети, подписывайтесь и узнавайте много новых и удивительных событий, которые реализуют в жизнь Crypto.com. Заключительной новостью на сегодня станет розыгрыш билетов на просмотр игры Derby Milan и Inter Milan. У вас появится возможность выиграть 2 пары VIP-билетов, а также 10 футболок клуба Лига Серия А. Для участия достаточно зарегистрироваться и просто торговать CRO в приложении Crypto.com. Стоит отметить, что если вы пригласите 3 друзей, то получите плюс 10 дополнительных входов. Не упускайте столь выгодную возможность от Crypto.com. На этом наш обзор подходит к концу. Crypto.com не перестает удивлять и с каждым месяцем лишь увеличивает свое преимущество на криптовалютной арене. Что же нас ждет в следующий раз? Остается лишь следить за новостями.